Пенсионеры из ДНР прибыли в Тюменскую область и рассказали о ситуации на Донбассе. Галина Кирилюк и Анатолий Берег приехали к тюменским родственникам. Из временного пункта распределения их забрал сын. Практически 8 лет пенсионеры провели в подвале. Сидели мы 8 год в подвале. 8 лет. Там дети учатся, там коврики расстелили по стенам, и занимаются с детьми, и кушать готовят, в подвале все. Спасибо. Большое спасибо России, спасибо всем людям, что нам помощь оказывают. Да, чтобы не Россия, мы бы с голоду поумирали бы там, и что в 14-м. Взорванный автобус с местными жителями, разрушенные снарядом школа в Горловке. Еще о многих ужасах пенсионеры делятся с родственниками. Напомню, что ранее губернатор Александр Мор сообщил, что наш регион готов принять 1600 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганских народных республик. На этот случай в областной столице и Тюменском районе подготовлено 16 пунктов временного размещения. Это гостиницы, базы отдыха и общежития.